В районе скорой помощи без особых прикрытий у продуктового магазина установлен игровой автомат. Выглядит как платежный терминал, однако это совсем не средство для оплаты. Функции приема платежей в нем нет. Зато призыв играть красноречиво призывает любителей легких денег и азартных игроков. Это устройство явно пользуется популярностью среди местных игроманов. У всех анапчан к замаскированному игровому автомату под платежный однозначно негативное отношение. Это противозаконное действие, он не должен здесь стать, его нужно убрать отсюда. Потому что это нарушение законодательства. Да, в местной газете писали за него. Мы даже специально пришли, глянули, что поставили. Ну, я не знаю, кто-то же, наверное, должен убрать его. Мы убедились, что это не платежный терминал. Охотно принимает купюры и предлагает на выбор несколько игр. Конечно же, выиграть нам ничего не удалось, как, наверное, и многим. Потому что самый главный принцип игровых автоматов – выигрывает тот, кто не играет. После нашего второго визита игровой автомат в тот же вечер убрали. Только осталась загадка, кто это сделал. То ли предприниматель, знающий о своей незаконной горной деятельности, то ли какой-то счастливчик, сорвавший джекпот вместе с автоматом. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа, регион.